Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. Мы продолжаем с вами разбирать техники работы на вязальной машине. И сейчас рассмотрим с вами закрытие петель при помощи нити уловителя через колок. Например, мы связали с вами какую-то деталь, нам необходимо закрыть петли. Для этого мы сейчас все иглы выдвинем вперед для того, чтобы помочь себе. Если мы их выдвинем вперед, вот так вот за язычки, петли должны соскочить с язычков. Дальше можно их вот так немножко придвинуть. Таким образом нам с вами удобнее будет выполнять закрытие. Достаем ниточку из каретки. И придерживать будем ее вот так вот, делая своеобразное натяжение на через указательный палец. Для того, чтобы не стянуть закрытый край, мы будем ниточку обвивать за колок. Вот видите, я за колок ее завела. Дальше вот этими пальцами средним и большим я смогу двигать иглу за пяточку. Теперь я нитью уловитель подвожу к игле и зацепляюсь за нее. Двигаем за пятку иглу и уводим ее в заднее нерабочее положение. Вот видите, нитью уловитель потянулся за иглой, и тем самым петля у нас с иглы перешла на нитью уловитель. Теперь мы захватываем нить, то есть у нас петля уже за язычком, захватываем нить и выводим ее, ниточку, сюда. Все, следующая петля у нас. Точно так же цепляемся нитью уловителем за иглу и толкаем за пяточку иглу в заднее нерабочее положение. Далее снимаем нитью-уловитель с иглы, проверяем, чтобы у нас петля, теперь уже две петли, оказались за язычком, захватываем ниточку и продеваем через эти две петли и таким образом закрываем каждую петлю. Можно помогать вот здесь язычок открывать. Когда мы вытащили петлю, делаем вот такой наклон нити уловителя, и тем самым у нас он хорошо зацепится за иглу. Обязательно проверяем, чтобы петли ушли за язычок. Показываю очень медленно. На самом деле это делается намного быстрее. Точно так же можно закрывать петли косички, не заводя ниточку за колки. Это будет выглядеть у нас вот так. Зацепились, провязали, и тогда у нас закрываемый край будет сразу сниматься с машины. Видите, в первом варианте у нас закрытие висит на колках, а сейчас сразу снимается. И при этом варианте закрытия нужно обязательно проверять, насколько далеко вы вытащили петлю, чтобы не стянуть закрываемый край. То есть проверяем вот здесь вот так пальчиком, оценили, да, насколько вы вытащили, вытянули ниточку. Закрыли, опять подтянули петлю, посмотрели,
Следующую. Вот таким образом делается закрытие косичкой. Почему иногда делают такое закрытие? Это когда нужно подтянуть край, чтобы он у нас был более стабильным и не растягивался. И второй вариант, когда у машины нет колков. Есть такие машины, в которой не предусмотрены колки. Вот так мы закрываем все петельки до конца. Итак, убираю грузики. Видите, у нас вот этот край, где я закрывала просто косичкой, он у нас сразу уже остался в руках. А там, где мы закрывали через колок, край у нас находится на колках. Снимаем образец. Итак, смотрим. Вот здесь, в этом месте, я закрывала петли косичкой. Посмотрите, здесь получился такой стабильный край. Видите, никуда не растягивается этот край. Вот какая ширина у полотна есть, такая и вот здесь ширина закрытого края. Очень стабильный край. И здесь, вот в этом месте, я закрывала петли через колок. Видите, здесь более объемные такие бугорки. Это как раз те места, где ниточка обвивала колки. И этот край точно так же достаточно стабильный и слегка, совсем-совсем слегка, чуть больше растяжим он. Теперь вы умеете закрывать петли. Вот так выглядит закрываемый край. И, наверное, самый распространенный способ закрытия — это через колки. Косичкой закрывают все-таки в том случае, если колки на машине не предусмотрены, потому что есть вероятность стянуть петельки, и здесь надо внимательно следить за длиной закрываемой петли. На этом у меня все. В следующих видео покажу и другие варианты закрытия петель. Не забывайте подписаться на канал. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!